Пришел, увидел, зафиксировал. Активисты Народного фронта пристально изучают буквально каждую яму. В ход идут рулетка и даже подручные средства. Как обработаны края пробоины, в которую будут заливать асфальт, насколько она прочищена. Чтобы узнать, все ли выполняется строго по технологии, общественники внимательно расспрашивают рабочих. Я вижу ямы, мы их обрубаем, делаем прямоугольные формы, чтобы края ровные были. Ну, здесь вот, чтобы они были как бы до хорошего асфальта, не разрушенного. Глубоки ли ямы, какой температуры асфальтобетонная смесь, насколько опытны рабочие. Под общественным контролем каждая деталь. Активисты отметили, ремонт ведется планомерно и слаженно. Но главный вопрос, сколько после него прослужат дороги. С сегодняшнего дня берем контроль вот за конкретной улицей, полевой, от Мичурина до Волжского проспекта. Сегодня был произведен именно ямочный ремонт, и мы хотим проследить, сколько вот эти заплатки продержатся. Мы там раз в неделю будем мониторить и будем контролировать процесс именно по конкретному участку. Нужно привлекать как можно больше общественности к решению данного вопроса для того, чтобы люди видели и сами реально принимали участие в контроле за проведением этого ремонта, следили за качеством и своевременно сообщали о всех увиденных ими недостатках и дефектах и оказывали посильное влияние на это. Регулярные рейды активистов Народного фронта по самарским улицам будут проходить в течение недели. Контролировать, соблюдается ли качество ремонта дорог, будут во всех районах города. В результате соберутся на круглый стол, где обсудят, что нужно сделать для того, чтобы качество ремонта самарских улиц улучшилось. Пригласить на беседу планируют подрядчиков и представители администрации. Общественники уверены, совместными усилиями получится преобразить транспортные артерии Самары. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».